Сборная команда по плаванию приняла участие в краевом турнире, посвященного памяти заслуженного тренера Александра Клюкина. Турнир проходил в городе Ессентуки с 9 по 11 февраля. Это традиционные представительные соревнования. В соревнованиях, кроме ставропольских команд, принимали участие команды из Карачаева-Черкесии, Северной Осетии, Алании и Астрахани. Выступлением нашей команды я довольна. Дети постарались и приложили максимум усилий для того, чтобы показать свои лучшие результаты. В нашей команде достаточно много медалей. По медальному зачету мы заняли первое место. В копилке нашей сборной 7 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая медаль. Блестящие результаты еще у одной представительницы нашей команды Даяны Вальевой, ставшей рекордсменкой турнира. Была поставлена задача перед ней установить 4 рекорда. 2 получились. Ну, над какими-то ошибками, естественно, всегда есть над чем работать. Мы будем работать и дальше. Хочется отметить, конечно, дружный и сплоченный коллектив нашей команды, потому что соревнования вот в эту эпид-обстановку вынуждены были проводить раздельно среди мальчиков и среди девочек. И порой дети, бегущие на свой старт, успевали поболеть еще и поддержать своих товарищей по команде. Это дорогого стоит. Это командный дух, это выдержка, терпение и, в общем-то, общая цель. Рекорды были установлены Даяной на дистанции 200 метров в вольном стиле и 50 метров баттерфляй. Хотелось бы все рекорды, но половину я сделала, а половину нет. Где-то, наверное, притормозила на поворотах доли секунды. Сначала было чуть-чуть страх был, но потом они сами говорили со мной, рассказывали мне все. Они поддерживали меня, и я их тоже поддерживала. В турнире принимали участие более 150 участников. После соревнований детям провели экскурсию по городу. Агунда Губозова, Фатима Чочева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня.